Похоже, сейчас кто-то замерзнет. Ну, или наоборот, обожжется. Мисс Бейдж готова огласить результаты теста. Сейчас девушки узнают свои оценки. Оу, Меган не в восторге от увиденного. Что? Двойка? А вот Бетси справилась на отлично. О нет, Меган, что ты делаешь? От взгляда горячей девушки воспламеняется даже бумага. Только пожара не хватало. Здесь только дыма? Мы задохнемся. Меган, успокойся, не стоит так нервничать. Похоже, мисс Бейдж готова признать свою педагогическую ошибку. Меган, твоя работа просто прекрасна. Только успокойся. Ну вот, другое дело, так бы сразу. Приятно смотреть, я просто умница. Наконец-то перемена. Ой, кажется, шкафчик заклинило. Еще бы, он весь во льду. Да, зато холодильник не нужен. Сейчас только снежинки сдую. О нет, Меган, что с тобой? Ты замерзла? Бу! Меган, зачем так пугать? А что у тебя это на щеках? Это иней? Ну да, пришлось немного покрыться льдом. Чего не сделаешь ради хорошего пранка? Урок географии. Мисс Уайт принесла глобус. Держите, девочки. Тема урока – материки земного шара. Покажите на глобусе Австралию и Северную Америку. Кажется, это здесь. Давайте посмотрим, какие погодные условия преобладают в этих областях. Ой, что-то пошло не так. Мамочки, пожары в Австралии. Кажется, Меган не стоило трогать свой материк руками. В Северной Америке тоже происходят катаклизмы. Все во льду. Какой ужас. Что мы наделали? Это же климатическая катастрофа. Что? Что там у вас? Этих студенток стоит держать подальше от глобуса. Оу, кажется, мисс Уайт нехорошо. О нет, что же теперь делать? Да, девочки, ну и даете. Бетси обожает рисовать. Замок ледяной принцессы? Как мило. Ага, в любимых синих тонах. О, новая картина. Неплохо, неплохо. Нет, Меган, только не это. Не надо, не чихай. Пчхи! О нет, что ты опять натворила? Туши скорее, сейчас все сгорит. А тебе одни неприятности. Ух, кажется, все. Тебе стоит носить в своей сумочке огнетушитель. Ты постоянно всю портишь, Меган. Ну, я тебе сейчас покажу. Этот новый учитель, ну просто лапочка. Невозможно сосредоточиться. Все мысли только о нем. Сидит на его уроках одно удовольствие. Кажется, Салли влюбилась. О, Меган, и ты туда же. Даже ледяное сердце Бетти растаяло при виде такого красавчика. Бетти? Что это? Упс, Майкл, это не тебе. Просто передай учителю. Что? Любовная записка? Глазам не верю. Юная леди, вы думаете совсем не о том. Так, ладно, не стоит отвлекаться. Что, опять? И зачем мне весь этот мусор? Как он мог? Кажется, Меган в ярости. А Бетти опять что-то задумала. Какое удобное кресло. Нужно только настроить функцию подогрева. Вот так лучше. Ну что, продолжаем урок. О нет, что это? Я горю! Это было очень неприятно. Кажется, мои брюки потерпели поражение. Отличная работа, Меган. Ты сегодня просто огонь. Да, новому учителю сегодня не повезло. Но он это заслужил. А вот и мой шкафчик. О, что это? Откуда столько дыма? Ох, да здесь все пылает. Как будто открыла духовку со сгоревшим бисквитом. Да, Сью, ты немного испачкалась, извини. Совсем чуть-чуть, вот тут только вытереть. Не трогай меня, с тобой вечно одни неприятности. Похоже, она обиделась. Очередной скучный урок. Как бы себя развеселить? Кажется, у Бетти есть идея. Стрельба ледяными кубиками?
Миссис Смит это точно не понравится. Бетти берет циркуль и натягивает на него канцелярскую резинку. Рогатка, ты серьезно? Более чем. Пли! Что это? Кто это сделал? Последняя парта? Вон из класса! Как скажете, мисс Смит. Бетти, где ты? Куда ты подевалась? Невероятно! Похоже, у Меган есть отличная идея для стартапа. Пусть студенты думают, что микроволновка сломалась. Вот так лучше. Что? Не работает? Только не это. Стой, за небольшую плату я смогу тебе помочь. Давай сюда свой ланч. Вот и все. Ауч, действительно горячо. Ух, и как ты это делаешь? Вот, держи, заслужила. Так, кто там следующий? Готово, встаем в очередь. Следующий, пожалуйста. Не торопитесь, все успеют. Еще? Не стоит. Тебе бесплатно. Так, идем дальше. Готово. А деньги? Деньги? Да, конечно. Эй, стой! Куда ты? Ну ладно, ты за это еще заплатишь. Неплохая выручка для одной перемены. Я просто повелитель горячих ланчей. Чудесно. Меган витает в облаках. В своих мечтах она спускается в горящее жерло вулкана. А в реальности миссис Смит уже начинает урок. Кого бы вызвать к доске? Может, Бетти? Похоже, она знает ответ. Ну нет, лучше послушаем Меган. Нет, только не это. Почему я? Смелее, Меган, покажи нам, на что ты способна. Бетти, я пропала. Сделай что-нибудь. О, без проблем. Готово? Держи тетрадь. Ничего себе! Вау! Ты заморозила миссис Смит? Вот так-то лучше. Вроде готово. Спасибо. Ну что, миссис Смит, сейчас я вас отогрею. Готово. Что это было? Почему мои очки в каплях? Вроде все верно. Садись, Меган. Ничего не понимаю. В этом классе явно происходит что-то странное. Отлично сработано, Бетти. Да, девочки, в колледже сегодня безумно весело. Что бы еще такого придумать? О, какой интересный парень. Он просто душка. Кажется, Бетти влюбилась. Сейчас мы сделаем из тебя красавицу. Сделаем прическу ярче. И наряд тоже никуда не годится. Повернись. Вот так-то лучше. Вперед, ничего не бойся. Привет, меня зовут Бетти. Я Райан, отлично выглядишь. Ох, это что, снег? Прямо в колледже? Вау! Может, прогуляемся? О, они такие милые. Скучнее учебы в колледже просто ничего не бывает. Похоже, только учительнице весело. Ох, я сейчас засну. Важный звонок. А пока мисс Джеггинс болтает по телефону, можно и вздремнуть. О, какая раскаленная атмосфера сна. Да здесь настоящее фаер-шоу. Упс, ручка не пишет. Эй, Меган, дай ручку. Ай, горячо. Меган, ты меня слышишь? Просыпайся. Здесь уже все дымится. Эй, посмотри на свою руку! Какой ужасный ожог! О, нет! Как печет! Давай я тебе помогу. О, кажется, лучше. Но почему так холодно? Бетти, ты сейчас всех заморозишь. Хорошо, что мисс Джеггинс слишком занята разговором. Все готово. Спасибо, подруга. О нет, опять растаял рожок. А я так хотела мороженое. Теперь его только выкидывать. Стой, мы сейчас все исправим, не переживай. О, спасибо. Вау. Словно только что из морозилки. А как вкусно. Спасибо, Бетти.
Химия – это очень интересно. Вот только с реактивами нужно обращаться очень и очень осторожно. И главное правило – ни при каких условиях не смешивать содержимое синий и красный пробирок. Наши девушки опять что-то задумали. Все понятно? Тогда за работу. Нет-нет, остановитесь. О, да. Сейчас что-то будет. Вау, сколько дыма! Так здорово! Безумно весело! Посмотри на себя, ты вся в саже! Поверь мне, ты не лучше, Меган. Невыносимо, это не студентки, а какая-то взрывоопасная смесь. Мне хватит, я ухожу. Меган и Бетти обожают настольный теннис. Только их стиль игры немного отличается от обычного. Ну что, кто кого? Огонь или холод? Стоп, а где шарик? Эта партия пройдет без него. Меган подает фаербол, а Бетти превращает его в льдинку. Эта игра может длиться целую вечность. Как думаешь, кто победит? Понравился наш ролик о горячей и холодной студентках? Как думаешь, кому из них учеба дается легче? Напиши об этом в комментарии. Ставь лайк этому видео, подписывайся на наш канал и жми на колокольчик, чтобы не пропустить новые скетчи на канале Трум-Трум Селект.